уважаемые туристы, вновь и вновь, и, наверное, никогда не устанем мы желать вам доброго утра, доброго дня, доброго вечера, доброй жизни. И сейчас стояла за кулисами и думала: господи, как же не хочется вас отпускать. Такими вы стали все родными, поэтому мы вот с ребятами посовещались и решили: а давайте не поедем в Пермь. Давайте. У нас есть пистолет? Сейчас пойдем с пистолетом к капитану, в рулевую рубку скажем: капитан, мы хотим обратно в Астрахань.